3, 2, 1, старт! Итак, на первом помосте работает Ширягин Евгений, спортсмен первого спортивного разряда. Все ждем, ждем и ждем, когда Евгений выполнит, наконец, кандидата в мастера спорта. Дождаться будет. Спортсмен работает с гирей весом 26 килограмм. Уже в первом упражнении зафиксировал результат 70 подъемов. Евгений поднимал 2 26-ки. Это почти 2/3 от его веса. На втором помосте работает Голубицкий Александр. Самый опытный участник наших соревнований. Александр – тренер сборной Октябрьского района. И передает свой опыт юным спортсменам. Воспитывает разрядников, кандидатов, мастеров спорта и мастеров спорта в будущем. Александр работает с гирей весом 28 килограммов и в первом упражнении зафиксировал результат 49 подъемов. Соответственно, сам тренируется самостоятельно. Ежегодно выступает на областных соревнованиях Уральской метелицы и Золотой голос, который проводится в Челябинской области. Каждый год выступает достойно и стабильно. Стабильность – признак мастерства. На третьем помосте выступает Авдеев Григорий, кандидат мастера спорта. Работает с гирей весом 29 килограммов. В первом упражнении показал результат 62 подъема. Если посмотреть со стороны, очень легко он поднимает гирю весом 29 килограммов. И идет довольно высоким темпом. 2:30 прошло. И вот Евгений перехватил гирю в другую руку. Жень, нормально мозоли? Отлично. Работай дальше. И вот Григорий тоже перехватился. И продолжает работать в таком же высоком темпе. И все участники преодолели порог 50 подъемов. Первый и второй помост идут примерно на равных. Плюс 2 идет второй помост. И очень далеко уже ушел третий помост. Минута 40 еще работает. Есть время, чтобы потерпеть. И последние минуты для того, чтобы ускориться. И вот я вижу, что воспитанники Александра Голубицкого болеют за него. Привет. Надо поддержать тренера. Первый и второй помост. И третий помост уже приближается к цифре 100 подъемов. Сейчас в данный момент 93. И пошла последняя минута. 95 третий помост. И вот 100 подъемов. 100 подъемов третий помост. И поравнялись первый и второй помост. Участникам уже тяжело. И пошли последние 30 секунд. Первый помост немного вырывается вперед. Плюс 3. Работать, работать до последнего. 112 третий помост. Темп немножко сбавляется, но накладывается усталость. И остаются последние 10 секунд. 86, 81, первый, второй помост. 3,
Одна. Стоп. Ширяки.